Всем привет! Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Я надеюсь, вам понравится. Всем хорошего просмотра! Собрались три друга отдыхать, а в гостинице им говорят, есть один номер, но с одной большой кроватью. Но что делать им? Куда деваться? Согласились. На следующее утро они собрались и рассказывают друг другу сны, кому что приснилось. Тот, что слева лежал, говорит, блин, мне такой трах приснился, блин, красота. Тот, который справа был, говорит, мне тоже, тёлка, во, грудь, во, ноги, во, блин, отпад вообще. Тот, что по центру лежал, говорит, не, мне лыжи приснились. Еду я, значит, на лыжах, обгоняю всех. Тут остается 20 метров до финиша. Вот тут-то палки и обмякли. Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.